Наша компания занимается выращиванием фруктов. Наш холодильник имеет 22 холодильные камеры емкостью 200-250 тонн. То есть суммарно это около 5000 тонн. И, естественно, встал вопрос о том, чтобы увеличить хранение, чтобы в среднем оно составляло 7-8 месяцев. Была выбрана фирма FreshForma, устраивает сопровождение, начиная от минерального анализа плодов, дальнейшей обработки ингибитором этилена, документальное сопровождение. Немаловажная часть сопровождения садоводов – это ценные рекомендации ученых FreshForma. Для удобства потребителей компания выпускает огромный ассортимент печатной продукции. В изданных справочниках и брошюрах наглядно рассказывается о том, в какие периоды необходимо собирать плоды, формировать однородные по своему составу партии урожая и как закладывать их в камеры хранения. Только так комплексно можно добиться правильных результатов. Для наших коллег-аграриев мы выпускаем такой большой системный справочник, в котором собрали все актуальные вопросы, которые нам очень часто задают аграрии. Здесь можно почитать и выбрать все необходимое, или получить ту информацию, которую мы систематизировали, это все, выбрали все самое-самое главное всего этого. Но для тех компаний или агрономов, с кем мы работаем, мы сделали краткий справочник, который позволяет им оперативно, ежедневно получать те необходимые цифры, знания, с которыми они обращаются каждый день. Здесь и йодно-крахмальная проба, и показатель степени съемной зрелости, и твердость необходима по каждому сорту, для определенного региона России.